дома, все знакомо, душа спокойна. Звонок телефона, на связи мама. Алло, сына, приходи вечером в гости ко мне. Мамин бишбармак самый вкусный на этой земле. Город на скале, я в нем как рыба в воде. Ведь каждый второй знает каждого третьего здесь. И может порой бывает делать нечего вовсе. Если что, я могу просто погреться на солнце. Просто пройтись по берегу, либо по центру, или за рулем достигла, что в 20 километрах. Кристально чистое, теплое море и пекло. На углях мясо с ароматом дыма и пепла. В итоге приходит время вновь паковать чемоданы. На учебу, на работу, кто на концерты по Казахстану. Но я предан ему, как фанат футбольному клубу. Город А, я тебя никогда не забуду. Я обожаю прилетать сюда днем. Особенно когда тепло, здесь всегда тепло. Мой любимый город, знаю, я сын твой родной. Где бы я ни был, мечтаю вдохнуть воздух твой. Я обожаю прилетать сюда днем. Особенно когда тепло.